Всем привет! Это продолжение партии за кхмеров в Sid Meier's Civilization 6, сетевой игре на восьмерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу в вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем вместе приятного продолжения просмотра. Блин, мне надо поменять карточку, у меня давным-давно не стоят соседства для кампусов. Блин, а куда ушла вся культура и наука португальца? Если с караванами и город перейдем. Грядешь, что делать мне? Давайте я, наверное, все-таки открою авиацию сначала, потом так, потом так. Так, вот тут надо, наверное, в Митлу. 360, и что, я стал сюзереном? Историческая метода. Так, я могу этих строить, да? Или нет? Да, могу строить. Там, если вдруг кому интересно, самолетик. Кого? Португал? Было бы странно, если бы у него его не было. Так, следующим ходом Рурка, отлично. Ух ты, колониальные налоги-то. Англия, у тебя как дела? Плакнуть хочется. Не отмахался? Да нет, конечно, жду. Я же говорил, я не завидую Англии. Давайте я дополнительно. Ну, типа, Лондон уголь... еще будет долго дрочить. Это не фарм, дашь военник. Либерализм. Слушайте, что это? Давайте я лучше либерализм возьму. Слетел. Класс. Я все равно впереди. Почему? По науке, а вот счастье тут много всего добавляет. Сколько еще ходов? 4. Забавно. Этот кирасир лутает бонус поддержки от самолета. Давайте тут куплю. Кстати, там же можно вынести. Сейчас он пойдет мстить. Хотя его будет страшно. Ну конечно, запороли мне игру. Нехуй было сидеть выебываться. Простите за мой французский. Да что вы как это, я не знаю. Не, ну просто уже даже когда я закончил, типа, лидировать, вы не остановились, типа, ну, дальше просто упали. Потому что в следующий раз не надо сидеть вот эти свои... Ладно, не буду. СМИ, сами дальше дофантазируете. Ну, было ну весело, вообще, блядь, не, должен веселиться. Не, ну послушай, My Life зачем как бы правильно сказал. Ты ж не один играешь. То, что тебя веселит, других раздражает. Угу. Ну, я ему дропнул город с Колизеем. Блин, считаю, а где я еще могу военный юнит? В этой игре я сделал больше, чтобы остановить его, чем все остальные вместе взятые.
Нет, если, да. Конечно, он сейчас самолетами все это вернет, из-за того, что он нас Англии убьет. Но... Тут покупай, потому что Лян дополнительный заряд дает постоянно. Больная ванила. Очень больная. А, дур, блин. Больными конкистами. Так, конкисты, давайте летучий больные, отряд, не, поверь. Видишь, этот чел, который... Лютые просто. Вот этот чел, сколько он тут? Он просто ветеран войны. Так, слушайте, давайте тут рабочих. Тут вообще мало что обработано. Ударился, и в Хари-Хиралай мало что обработано. Чего них? И тут мало что обработано. Американец, а вот этот трибушет пришел, это ты сейчас меня наказывать будешь, да? Просто вспомни, сколько я пережил этот... Не-не, он мимо проходит. Сколько раз в него стреляли. Мне надо военную академию построить, чтобы я мог за веру корпуса прямо покупать. Крестовый тебе тут дать. Короче, я так думаю, крестовый тут можно в принципе не брать, потому что ты их не успеваешь развести все равно. Да. Можно брать какой-нибудь этот. Майлов, это ты как держишь? Я еще не слышу. Да ему до меня далековато просто теперь территориально бежать. А, ну вот сейчас будешь приходить. Смотри, какой прикол. Эй, а почему он стреляет? Это место с инженером построены, что ли? Где? Блин, меня там все разграбит сейчас. У меня броники не хитятся. Ну, то ладно. Пиздец. Слушайте, два хода. А просаты я не могу купить, да? Черт, я уже в бомбардах. Я бы еще три очка взять. Надо было просаты покупать, конечно. 600-й, а в греческий вышел. Ну вот одно очко, да, например. Забавно. Полководец, например, да? Два очка. Что у нас тут? Мне 7 не хватает. Так, тут я никуда не выйду. Тут я уже вышел. Селитра использована. Лошади еще не использованы. Блин, как мне теперь исправлять свое положение? О, броненосцы. Наконец-то морской файт. Заберешь нас с Англии, еще расправляться. А сколько за инквизицию дают? Два очка. Кстати, инквизиция... Понятно. Давайте инквизицию попробую. Я каким-то образом еще и... Слушайте, а почему я археолога могу за веру покупать? Это типа... Когда это... Монументальность можно и археологов? Не-не-не. Он же этот, гражданский юнит. Прикол. Так, вот у меня тогда сейчас очки будут откуда. Так, фабрику надо. А, вот, кстати, железная дорога. Первая в мире, да? А еще и кругосветку сделал. Ну вот, тебе еще и вулкан помогает. Так, ну, по идее, я выхожу опять в Золотой век. Это первая игра, где я каждую вообще эпоху в Золотом веке. Так, давайте инквизицию. Да, они самолет. Да, дали. Так, теперь... Эх, вот этим я не успеваю на эту эпоху. Ну ладно, мне 3 очка надо, значит...
Давайте это Магнус почему? До кооперации. Ты пешеходом перемещаешь и атакуешь. Он разве не должен точки перемещения терять, когда он на запасной улице? Другой. И он не переместился. Он сдох, он исчез. Господи, ну это... Вот тогда ладно. Так, этот... Или лошадей мне купить? У тебя шумер сосед слабее, чем я. Че ты на шумера не видишь? Так он тебя хочет убить. Шумер-то полегче будет. Да всех я убью, господи. Я знаю, что ты и шумера меня убьешь. Просто, че ты не шумер начал? Ну просто с тобой раньше союз закончился. Ну вот. Я вообще еще не нападаю даже на тебя. Ну да, два военных лагеря и аэродром позади, это так. Мишура. Что же теперь мы будем так делать? Построй военный лагерь, аэропорт. Кто тебе мешает вообще? Отсутствие технологий. Так, надо людей забирать. Так, и... Нет, все-таки я человека хочу. Давайте писателя. И здравствуй, золотой век. А, я же уже использовал лошадей, кстати. Так что я и не мог уже. Так, знаете, что последних строителей надо накупить. Где я тут хочу? Давайте в Харихаралае, наверное. Видьяпуре. Ух, хорошо идет, конечно, все. Там с испанцем воюют. Все остановились. Я просто в два раза по всем опережаю. Ну, конечно, вопрос в алюминии. Если его сейчас не будет, будет очень смешно. Предлагаю сделать минус 50 за веру, чтобы Кмир быстрее всех убил. Поддержу. Это очень интересно. То есть... Нет, плюс 100, конечно же, алло. И ресурсы надо ему забанить. А забанить надо еще как. Что-то у него много. А у меня нету ничего. Так, шоколад. У меня реально все там по 2. Шоколад. Ну, шоколад ни в чем не виноват же. Как это? Это просто... Ты... Я все как в гипс, гипс валю. Против португальцев. Ты че прикалываешься? Я тебе что сделал? Ну вот, я еще из-за этого, из-за португальца получаю минус довольство. А почему из-за португальца? Я гипс получаю с ГГшки. Я не гипс, блин, я кофе баню. Какой гипс? А, блять, у него мрамор, а не гипс, сука. Минус 50 мрамор, за веру, серьезно? 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 Так, кто голосует вообще за это? Испанец. Англичанин, испанец. Рим и Кхмер. Да. Кхмер, это понятно, но, блин. Остальные-то зачем? Что за... Что за фидерское лобби, блин? Давайте, наверное, на производство. Я влился в какао. Так я тоже влился в какао, и американец влился в какао, только у вас получается 12, шо, а у нас 17. Ну, классная игра. Подожди, так, если, все, так если все влились в какао, что тебя удивляет, я не понял? Ты и это, ты кто еще влился? Ты и Шумер влились в дополнительное удовольствие, а я и американец, чтобы оно было забанено. Нас-то больше, чем...
Я перепутал, походу, я банил кофе. Да. Там по-другому считается. Вот сначала считается забанить или добавить, а потом из победившего варианта какой именно. Понял? Замечательная игра. Так, мне надо вот этот алюминий обрабатывать, получается. И надо искать, может, где-нибудь еще рядом есть. Давай, бей два героя войны. Нет. Лагерь варваров. У араба. Который прошел вообще все, что могло. Четвертая клетка, правда, блин. И у шумера. Ну, в принципе, есть. Сколько у Жуана алюминия, кстати? Я не знаю, я вообще его не вижу. Я могу посмотреть сейчас. А, я еще могу посмотреть, я ничего не открыл же. Что-то я туплю. Да у меня один ход. Да не, пошли вы лучше. Вот этого дворца. Ну, черт возьми, чтобы Кхмер продолжал жить своей хорошей жизнью. Спасибо. Еще чудо ворует. Ну вот. Не, угольную я тут не буду. Давайте так ангар. Тут военную академию. А, я могу добавить. В идеологии карточки надо поставить. Я эти аэропорты поломаю. Волевое решение. Ломай! Круши все на своем пути. Вот такой ты человек, оказывается. Не я начал. Тебя видишь, бог, боженька, карает и на твои армии извержения вулкана направил. Так, вот, да, героя войны. Тираны бесчисленного количества битв. Ну вот, уже и ПТ-команды пошли. Ну, по мамлюкам, по-моему, только из ПТ-шечки стрелять. Оно самое как... Как реалистично. А когда там это самое? Улетаешь уже? Да я еще даже космопорты не открыл, не знаю. Испанец, прими предложение. Так, ну это мы дворец Потала построили. Ну, формальности. Первый посол. Тут сейчас четыре. Ладно, давайте на шпионов. Леша, сделка. Не знаю, португалец что-то... Солоди. Союзе. Испанец там союз. И шумер. А, во где португалец, господи. Португальцы с тобой дружить. Ну, блин, с кем-то надо, там как бы мега хмер, кто его остановит? Никто. Объединиться с ним. Никто его не остановит. Он сейчас просто будет забирать. У него нет моря, он может умереть. Не, если ты хочешь мне дать военник, у него уже есть военник. Ну, давай военник. Нет, я говорю, у меня уже есть военник. Не, я хочу просто союз нормальный. Какой союз? Он хочет, чтобы бабло любой получать с тебя. Я просто и говорю. И так получаем, мне нужна наука и культура. Алло, смотри на мои статы, блин. Чё за фигня? А какой смысл? Я тебе сейчас кину дрожжику, буду с тобой торговать, а тебе все равно не лучше. Тебе нужно войну заканчивать, а войну тебе никто не даст закончить. Так войну заканчивать можно только одним способом, тут убить. И двоих. Но, блин, надо уже как-то положение улучшать. Блин, давай, это он у араба. Я бы, наверное, тогда туда не отправлял.
Дайте ш... А Шумер что, Шумер тут вообще? Шумер, я не знаю, он только расслабляется. О, слушайте, я могу засоюзить Буэнос-Айрес, это же счастье. Сразу еще одного хоста себе ищите, что я следующий. Ну вот, хоста нету уже. А слушай, может отойти отдел? Там нанмодол у меня опять... У, понятно, он Амани до конца прокачал. Ясненько. Фига тебе столько аэропортов. Не знаю. Город в 13 жителей, что он должен строить барак? Ну, где он уже там есть. Тадж-Махал. Биг Бен. Только все в одном месте можно строить. Надо было не в столицу идти, а в сторону этого. Так, а запретка? Шаром. Тоже дропнуть успею. И давайте шпионов. У нас как раз карточка стоит на них. Ты меня там душить идешь? Тебе что, чай не надо пить? Ладно, пока не буду использовать. Алло, Шумер, ты тут? Ладно, Шумер, у нас есть. Госсоюз. Какой-нибудь. Он же тебе только что рассказывал, что не хочет. А? Ты Мачукай, да? Согласен, я вот тоже такие. Щупсель. Получается, осуждаем Португалию? Да. Не дают молодежи развернуться, понимаешь? Все вот это вот. Вот так, чтобы по-настоящему, так этого нет. Вам все лишь бы правила какие-то. Слушай, ну я думаю, уже нет смысла, наверное, союз продолжать. Затягивать это. Ну, я бы еще повоевал с ним. Ну, там самолеты. Я ну, даже... пару ходов. Не, ну, пару ходов. Что, может, тут дырку сделать реально в этих? И тем более будет, наверное, первый... Горный тоннель в мире? Нет, не дали за это? Дали. А зачем мне посольство Англия? Ну, я хочу посмотреть просто. Как да. Ты выглядишь. Потом сейф загрузишь. Ладно. Ты выкладывать будешь? Видос? Нет, я закрываю канал. Прекрасно. Я рад. Вынуждают тут всякие матерящиеся люди. Какой ты токсик. Какие вы все токсики. Да. Он жизнь вынуждает. Ну подожди, но он же эмоциональный. Нет, эмоциональный это португалец. Ну. А я не португалец, я токсик просто. А что ты, подожди, а что ты токсичного делал? Что-то я пропустил. Я тоже не понял, но мне сказали, что я токсик. Да нет, он про португальца. Нет, я про вот того, кто сейчас говорил. Хорошо, а что тогда он токсик? Он говорит, типа, вот, канал закрываешь такой. Токсик же. Ну, ты понимаешь, это ирония. Ты что, старый? Сейчас уже постирония же популярная, не ирония. Или уже постирония тоже, типа, ретро? Я не шарю, в чем разница между постиронией и мета-иронией, поэтому. Просто говорю слова наугад. Мета это, я подозреваю, модное, судя по всему. А пост не такая модная. English is my
профессионал, так сказать. Ну, да, я тут медресе санкор начал строить, торговать воду. Блин. Так, давайте я, наверное, против войска наверх. Ну, блин, поставлю. Куда ты увел? Верни. Ну, не этого, другого верни, дурень. Не, знаете, не буду менять пока. Он, кстати, самолет Манчестер пересадил. Посмотрим, что у тебя с городом будет. Посмотрим. Так, ну сейчас я уже сам или начинаю, да? Ну, это всего два самоля пока смогу сделать. О, блин. Пользуемся случаем. Видели, какие прикольные арканы в доте ввели? Не игра тут. Осуждаю играющих в доту. Осуждаю осуждающих, осуждающих в доту. Так, есть чем крыть? Городу больно. Так. Еще быстрее будут падать. Значит, тут бомбардировщик. На этот ход падает, скорее всего. И тут, наверное, три хода. А здесь? Четыре. Ну, а здесь? И на следующий. Здесь. На следующий, скорее. Что на следующий? Кстати, компьютеры можно открыть, чтобы не затопило. Yeah. Слушайте, а давайте компьютеры я, наверное, сначала схожу, а потом в танки. Точнее, давайте так, компьютеры, сталеварение, нефть, танки, вот так. А я тут вроде где-то хотел акведук делать, да? Ладно, давайте поставим. Чего ты ждешь? Лучших времен? Самолетиков? Сколько мне ждать еще? Два хода. Как раз Виктор сядет. Думаешь, поможет, да? Надежда поможет. Время строить поселок. Малая, кстати, а вот этот лагерь варваров вообще не мешает плотным границам? Где? Вот, рядом с Толедо. Да, пусть стоит. Ну вот, время уже 8 утра. А мы играем. У меня тут стоял такой в пяти клетках. Блин, тебе так повезло, что клетка. Там внезапно две клетки угля прям. Два летучих отряда появилось. Побежали. Да мне вообще повезло со всей территории здесь вообще. Да я вижу, два чуда. Альбертович, где-то далеко до улета. Ну, до улета далеко. Плохо. Так, могу еще с Эмили строить. А, вот это хорошая новость.
Ну, наверное, можно коммунизм уже брать. Не-не-не, у меня еще три города. Думаю, можно уже. Колония? На самом деле, да. Так, значит, здесь ставим вот эту карточку. Летний план. А туда... Это, наверное, при поражении меньше теряем. 515 науки. Шумер, а ты ученых забираешь сейчас? Если кто-то успеет начитать последний ход. Или выкупит. Ну, я выкуплю, наверное. Ну вот, ты рассказал, получается. Там плюс 4 на лаборатории. Но я, кстати, не знаю, а вообще есть смысл реально продолжать? То есть, если вы хотите закончить, потому что я тоже не вижу. Мне кажется, что нет смысла. То есть я просто в три раза опережаю и в два раза по культуре. Но это, мягко говоря, просто тупо какое-то офигительное место. Я не знаю, если бы вас, кстати, португалец забрал, помогло бы ли это ему? Блин. Ух ты, сопротивляется Шумер. Ты не собирался собирать Англию, блин, зачем мне забирать, когда караван на 46 нет? Ну она что-то сначала быковали, как будто, ну, чё Фейтория, зачем, чем тебе мешает Фейтория, я не понимаю. Тем, что он тебе денежку дает? Вообще, идея хорошая, если тебе просто не дам подойти к городу. Хотя бы пару ходов. Ну попробуй. Я вернул Лондон. Лондон будет британским. Еще один ход, наверное. Yeah. Блин, не тем пострелял. Ну, пропочать. О, плотина, подождите. Тут у нас уже скоро два хода. Дамбу поставлю. Шестьсот 15 и 300 против 180 и 175.
Ну это, конечно, кхмеры, это вообще какой-то мрак. Просто мрак. Дайте принять. Блин. Хитрый мув получается. Перехватил Лондон. Ну, я его один раз тут хитрость. Спрятал под караул. Атаковал. Пойду чуть покушать возьму. Блин, не взял. Обидно. Да, осуждают еретиков. Людей осуждают бесланистов. Как не стыдно. Так, кирасиры, кто быстрее бегает? Да. Кавалерия, да? Да нет, Хмер, не с тобой. Хмер и иудей, еще коммунист. А все, кто против иудаизма, им насильное обрезание будем делать. Португалец, ты выкопил, чтобы варвары ко мне пришли, да? Вообще, что? Хмер, не говори. Нет, это не я. Да, да. Хмер, у тебя когда союз падает? Че, это серьезно, я не понимаю, что происходит. Если они сожгут Брэдфорд, я буду даже зол. Три хода союз с Шумером. Шумер, давай объединимся против этого зла. А то сейчас пожар революции растрится на весь мир. Блин, коня-то что? Я хотел забрать Лондон. Верни коня. Ну, теперь, видимо, Лондон я не верну. Предатель. Предатель Кхмер. Почему я, кстати, доступно предательство с тобой? Надо поставить там центр камеры, конечно, плюс 3. Испанец, у тебя есть какой-нибудь кораблик или юнит пеший забрать Лондон? Португалия вот тут получается. Вот это... Да здравствуйте, славянские шпионы. Чёртова кавалерия попалась на шпиль. Блин, мне надо... Почему потом у тебя стены опнуть? Остались? Стали варенье. А, стали варенье. Ну все, я кончился. Да он даже не начинался, в общем-то. Ух ты. Не умер. Это странно. Так это серьезно? Будем до конца сидеть? Я не вижу смысла. Я тоже не вижу смысла. Есть кто-то против того, что я победил? Португалец? Ну, бля, хочу хотя бы попытаться, не знаю, так нечестно. Так а что, вот, а что ты можешь сделать? У меня, ко мне нету проплыва вообще никакого, я есть. Чисто на суше. Не, я знаю, я исследовал, то есть ты будешь ждать, пока все растает? Серьезно? Нет. Просто, ну, тут как можно через Шумера сделать. Шумер сейчас следующим пойдет после меня. Если бы у меня хотя бы ресов не было, то у меня и алюминия куча, и угля куча. У меня тоже будет куча. Чё, ты сэва Лёшу получается? Я не знаю, португалец против пока. Давайте проголосуем. Блин.
Вы же говорили, что тут до мультика играют. Я уже настроился до мультика. Ну, хочешь, мы с тобой вдвоем посидим? Просто как нет, остальные... А как остальные? Вот что, вот араб с шумером, что они могут сделать? Ну, я сейчас отплату и все. Ну и все. Я больше ничего не сделаю. Они покормят Лешу, мы покормим тебя. Будем вдвоем тут это, кулаками мериться. Два гиганта. Да нет, шумер тут даже нет. Нет, без людей неинтересно. Если все хотят идти, то... Мне просто даже интересно, что ты хочешь сделать? Чисто войсками наземными через шумера? А какие войска? Ядра, ядра. У тебя нет моря, ты не можешь меня закидать ядрами, я тебя могу. Так я сейчас шумера заберу. И у меня все будет. Ты не слышал, что я говорил Англии? Что мне ее жалко, потому что у меня гигантский флот. Ну уже нифига подобного. Не надо. У меня просто нет подводных лодок, но типа, это не проблема. Я вижу два броника, фрегат и, два, и один кабер. А, два фрегата. Ты реально думаешь, что это все? Я не мог все апнуть, у меня просто не было столько угля. Я оставил... Шумер, это вкидывай все, что есть. Закидаем его. Просто силой. Кстати, да, в курсе, что те, кто не голосует, в течение 2 минут ваш голос считается плюсом. Ну, если все ставят плюсы, то я плюс. Давай, шумер, накажи меня. Давай, шумер, разграбь его клетки. Посмотрим. Я сейчас его разграблю. Блин, у шумера лагаж аж отваливается просто в мою пользу. Так он еще до этого отваливался, он просто 2 раза в темный вышел и все. В чем там город 12 жителей, он отваливается. Так у меня тут города в 23 жителя. Парни, еще так... 3 не проголосовали. У тебя вот такой быстрый рост, что за тобой нельзя успеть. Вот. Это войско. Капут. Нет, до лагаша не добегает, да? Блин, ну зачем они Брэдфорд убивают? Что это такое? Я поставил. В смысле, ты же сам их отправил ко мне. Это не я! Реально? Кто, Калитис? Кто португальцев подсирает? В смысле, кто подсирает? Ну кто ему Брэдфорд убил? Я... Его будущий город. Я вообще в жопе. Сижу, помираю. Нет, это слишком big brain play, если кто-то его убил. Я в иудеях. Иудеев выгоняю со священной земли. Так. А что у меня с этой, кстати, с нефтью? Чё? Поставь плюс. Ага, уже капает. Ну ладно, поставлю. Ну, я все равно буду дальше сидеть играть, я не знаю. Амер, ты тут? Гури Грант. Так, танки следующим ходом. Показывай. Чего? Тут. Поставь плюсик. Все. Поздравляем. Поздравляем, Алексей, с победой. Спасибо. Это легкое было. Но и честно, просто тупо и кхмеры очень крутые, и мне место, я не знаю, я бы на вашем месте загрузился и посмотрел, у Анкарвата какие есть клетки необработанные, какие у Махендра Парваты, ну и плюс 2 чуда действительно. Ну и трудовая дисциплина тут как бы вообще. Да. Что ты, кстати, на пятницу, субботу планируешь собирать? Да, наверное, в субботу. Опять, наверное, спонсоры будут. Не успею. Я как раз в субботу выходной, в конце концов. Ладно, да, всем спасибо за игру. Спасибо за игру. До ну, встречи. Всем спасибо, пока. Чисто посидеть в развитии. Я даже не представляю, что... Так, а подгоди. Что мои соседи могли Здесь материться нельзя или нежелательно?
нежелательно. Нет, ты можешь, там, когда что-то произошло, но ты постоянно просто ты сидишь и общаешься так. Ну вот я не замечаю, ну серьезно. Задушили Португал. Кто об этом капец вообще, ну честно. Хорошо тебе, да? Ну, Португал, кстати, стопнули хорошо. Не, ну это хорошо, когда люди сидят вот до конца, борются, понимаешь, они тогда, ну все, типа, он продавливает и такие. Ну вот да, все. Да, да, мы хорошо, типа, португальцу жизнь подпортили. Потому что иначе люди и начинают вот так думать в ФИФА, типа, я сейчас нападу, значит, я что-то его уже продавливаю, он сейчас ливнет и все, я типа, эгегей. А я никого надо... не продавливал, нападали на меня. Моя цель была дропнуть город с Колизеем. Моя цель выполнена. Все, что я хотел, молодец. Моя цель была захватить Лондон. Я захватил Лондон. Да, потом он, правда, какие успешные люди играют. Главное, уметь ставить себе правильные цели. И добиваться их. И добиваться их. Аравия зачем-то так сильно ислам хотела везде распространить. Вот нафига вот ему распространять ислам, если у него ничего не дается за чужие города? У меня хотя бы за последователей идет. Нафига? Кстати, а сколько я реально с религией имею? 44. Ну, немного. Это немного. Я думаю, Леша, все равно побольше. Что-что? Часов на игру. Не знаю, можно глянуть. Но у меня в пятерку, кстати, больше. 3000 у меня в шестерку. А в пятерку 3,5. Скажите, Плес, как переименоваться в Циве? Ну, в смысле, в Стиме надо себя переименовать? Да. Ладненько, побежал я спать, короче, давайте. Да, всем давайте, спасибо давайте. За игру. Пока. Спокойной вам ночи. Пока. Спасибо за игру. Ну, вы видите, то есть вот эти способности Кхмера... Уже утро. 8 часов, уже 9 даже. Так, ну, с акведуком это так себе. Тут вот это вот такое, знаете, ферма рядом с святым местом, это пофигу. Вот просад культуру с ничего дает. Святые места на реках плюс 2. И еще и пищу столько же, сколько и соседство. А у меня практически, мне еще так повезло. Хотя вот тут тоже у меня... А, да, это на реке, да? То есть вот это я пищу получаю. Здесь я пищу тоже получаю. Просто обалдеть. То есть, а вот то, что там люди берут «накорми мир», я просто так имею, с ничего. А если бы я еще брал, типа, «накорми мир», «гурдвар», у меня вообще города росли. Но мне кажется, в данном случае все-таки трудовая дисциплина прикольнее зашла. Несмотря на то, что не было соседства от тропических лесов, но у меня, в принципе, все остальное соседство было очень офигительным. Такое место просто... Просто обалдеть. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране.